Шалом, ребята! Сегодня у нас необычный челлендж. Три цвета спрея для волос. Да, и сегодня мы уговорили на наш челлендж папу. И он будет участвовать в челлендже первый раз с нами. Да. Да, и меня сегодня первый раз покрасят. Представляете, мужчину покрасят в разные цвета. И да, это будет вообще что-то... Что-то с чем-то. Завтра... Это будет весело. Не знаю, как весело. Я сейчас проверила, эта краска, если она попадет на кожу, она не смывается. Она плоховато смывается. Как мы завтра пойдем на работу, я не знаю. А я в школу. Каждый из нас должен выбрать по три цвета. Закрытыми глазами. Закрытыми глазами, конечно же. Да, каждый выбирает для себя. И потом мы друг другу красим волосы. Тот, у кого получится самая классная прическа, не прическа, а окрас прически, тот и выиграл. У кого самый стильный окрас? 100%. А может нам подписчики напишут, у кого будет самый лучший окрас? Так как я участвую первый раз в челлендже, вы можете написать за меня. Не, пишите мне. Сейчас мы должны выбрать цвет. Я бы, конечно, хотела бы, чтобы мне попал самый такой простенький белый цвет. Да, я тоже хочу. Все хотят белый. Но я хочу тоже сиреневый. Так, для этого мы должны определиться, кто из нас будет первый. Выбирать. Давайте. Камень, ножницы, бумага? Да. По очереди. Мы втроем не можем камень, ножницы, бумага? Нет, можем. Как? Можно. Как? Ну вот так. Ну вот так. Я не смотри. Знаю. Не, надо по очереди. Ну ладно, давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Раз, два, три. Ножницы, бумага. Раз, два, три. Колодец утонула. Так, я выдумал колодец, но это не считается. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Окей. Да, ты выбираешь первую. Ну что, Патриса, давай. Закрывай, давай я тебе закрою глаза. Секундочку. Не, надо раскрутить, смотри, какая хитрая. Так, а ну-ка давай. Все? Да. Окей. Открывай глаза. А ты же хотела розовый, нет? Нет, я хотела сиреневый. Так, давай я. Выбирай. О-хо-хо-хо! Ничего себе! Мама, секунду. Давай. А ну-ка. Вот это да! Тоже так, розовый! Нам повезло, ни у кого из нас не выпал вот такой вот темный цвет. Нет, самый темный цвет. Это... Синий, сиреневый, они не смываются с кожи. Ну, в следующий раз выпадет, что вы переживаете. Так, ну что? Начинаем с папы. Начинаем с папы? Да. Так, секундочку. А ты продумала, какая у тебя будет, какой будет рисунок? Да. Да? Не, повернись назад. Чуть подальше возьми, Беатрис, подальше. Что, она холодная? Беатрис, я Патрисия. Патрисия, чуть подальше, там написано, надо держать подальше. Вау, белое. Да уж. Сейчас папа будет весь седой. Не получается. Смотри, не испорти мне мои уши и мою шею. Точно? Все, рисунок готов? Как получилось? Ну, как-то странно. Да? Ну, окей, окей. Патрисия после всего увиденного, она теперь в шоке. Сейчас ее очередь. И Патрисия очень сильно переживает. Я не хочу это делать. Не переживай. Не переживай. Я боюсь, что у меня не смоется. Но... Максимум будешь косыночкой. Мы тебя постираем или косыночкой одеем. Так, кто будет Патрисию красить? Я. Вот это да. Это я думала, я так над ней поиздеваюсь хорошенько. Папа. Ну что, ты готова? Да. Точно? Нет. Так, закрывай глаза. Будь... Зачем? Ну, так вот, прикрой лоб и глаза. Мам, да как она? Вот это такой да, жесть! Цвет.
Патрисия, да ты у нас крутая тетка. Ну-ка повернись ко мне. Да входи холодный, хорошенький. Все, хватит, мам. Так, круто. Все? Что-то мне кажется мало, надо побольше. Она будет у нас красная шапочка. Ну, папа. Мама, у мамы такой серьезный вид, как будто бы она в парикмахерской. Я серьезно. Я думаю, что мама сама, наверное, мама, наверное, сама переживает, что же будет, смоется ли потом или нет. Патрисия, ну ты красавица. Нравится тебе? Ну подожди, это только начало прически. Так, сейчас самый главный момент наступает. Сейчас Патрисия начнет разукрашивать нашу красавицу маму. Мама, ты готова? Интересно, у кого получится самая крутая прическа? Напишите нам в комментариях. У мамы будет самая, наверное, стильная. Ты уже продумала, как ты меня покрасишь? Да. О боже! Мама, я уже был на этом месте, я знаю, что ты сейчас чувствуешь. Убери палец. Нет! Ой, мама! Подними чуть-чуть голову. Ну что, может, хватит? Так, а вот здесь еще сбоку. Ой, у нас стол покрасился. Тут? Да. Патрисия, что мне капнуло на ухо? Держи. Что у меня течет? Сейчас я тебе ухо вытру. Давайте выбирать второй цвет. Я убираю первый. Давай. Глазки закрывай. И любой цвет выбирай. Нет. Ну? Желтый цвет. Ну тебе как всегда везет, папа. Оранжевый, желтый. Ты как-то не знаю. Теперь я. Патрисия. Так, Патрисия, глазки закрывай. И как-то... О-о-о! Нет, тебе не поменяй! Пожалуйста, поменяй. Зачем? Нет, все, это не поправильно. Что было честно. Так, и последний спрей выбираю сейчас я. Так, мамуля, Патрисия. Ну, мы маме наши доверяли, но у нас такая... Да, самая тесная. Самая тесная. Ну, что делать? Ну, давай. Тоже желтый. Нам повезло. Начнем с папы. А то папу вообще ничего не видно. Я хочу, чтобы у меня уже была стильная прическа. Так, давай, мама, давай, давай я в этот тебя раз ты сделай. А то Патрисия сделала что-то непонятное. Она тебя жалеет. Ой-ой-ой! Я не верю, что это происходит. Ну, это не такое уже желтое. Так, хоть бы стены не покрасить заодно. У тебя на голове это какое, как зеленое что-то. Почти. Круто. Повернись ко мне. Ты как стилист, мама. Ну вот, желтенький, как цыпленочек. Я тебя крашу. А, теперь ты меня хочешь? Ну давай. Давай я, наверное, маму покрашу. Или давай. Да. Я нет. Видали? Твой пальчик. Вот это круто! Отрываюсь по полной программе! Так, у тебя получится, знаешь, что-то очень красивое. У тебя получится желтый, розовый, и здесь мы тебе сделаем третий цвет. Если бы соединили бы розовый и желтый... Теперь, Патрисия, твоя очередь. Не, я боюсь. Не, мама, не. Нет. Так, Патрисечка. Только ухо...
другой стороной. А подожди секунду, вот тут. Пока мама красит нашу Патрисию, давайте посмотрим маму сблизи. Мама у нас с одной стороны. Вау, Патрисия, ну ты вообще мода, шик, блеск. Вау, круто. Покажи. Просто шикарно. Покажи. Так, ребята, сейчас последний раунд. Мне кажется, что у меня самая такая слабенькая прическа получилась, потому что у меня плоховато видно. То ли вот зато у тебя белый, у тебя сзади шикарно видно. Да, это Патрисия, он непонятно что сделал. Но зато Патрисия, она вообще яркая девушка такая. Так, я первая. Закрывай глаза. Давай мы тебе раскрутим это все. Раскрутим, раскрутим. Посмотрим, как, что и почему. И давай, выбирай. Вот это да! Теперь папа. Закрой глаза. Подожди, нужно помешать. Выбирай, папа. О-о! Розовый! Я думаю, что... тебе попался синий. Я думаю, что мне розовый будет как раз к лицу. Здесь будет желтый, сзади белый, здесь будет розовый. Так, так, мама, и теперь я. Давай, ну-ка. Yes! Вот это да! Я буду красить маме. У нас сейчас завершающий момент, раунд момент. Поехали. Что же будет, что же будет? Мама, ты прикинь, если мы завтра придем на работу в таком виде. Это будет вообще шок. Так, ну что, поехали. Ставьте лайки, не забывайте. Это какой-то не синий. А какой? Какой-то голубой. Мама, ты что молчишь? Я мама в шоке. Наслаждаюсь. Мама в шоке. Ну, я думаю, что получилось классно. Мама, ты можешь открыть глаза. Лайки, кому понравилось. Теперь пришла очередь нашей любимой Патрисечки. Патрисия сейчас будет просто изумительной красоты. Так. Я рыбка. Рыбка? Да. Почему рыбка? Не знаю. Понятно. А что же вы говорите, что белый цвет не виден? Он хорошо очень виден. Очень даже. А кто говорил? Никто не говорил. Нет, сзади вы говорите, у меня не видно. Наоборот, я сказала, что у тебя сзади очень хорошо белый видно. Как будто снег. Или седой волос. Вау, красота. Мама, у меня нет седого волоса. Теперь есть. Как-то Патрисия, как ты себя чувствуешь? Освежающе. Нравится? Ну что? Давайте посмотрим, на кого похожа Патрисия. А ну-ка повернись. Повернись задом. Вау, красота. Вот это три цвета. Вот это я понимаю. Чего? Плохо видно. Мне очень красиво. Пришла очередь папы. Твоя. Вот это да. Мама, сделай что-то красивое. Мама, только ты чуть-чуть и я чуть-чуть. Хорошо. Уши мои, уши! Вы представляете, если завтра с розовыми ушами приду на работу? Мама, ну ты красишь всё! Ребята, спасайте! Ой, что же делать? Так стены не крась! Но если я уже на это пошел, я хоть яркий? Да. Прикольный? Все. Вау, ну папа, красавец! Класс! А? Смотрите, вот этот перец. Это мода! Вот! Вот это да! Давайте выйдем по улице, пройдемся. Нас соседи не поймут. Ребята, это был самый жесткий, самый
шокирующий меня челлендж. Я в таком челлендже до сих пор никогда не участвовал. Эта девочка меня... Эту игру мы запомним надолго. Кое-как уболтала. Я теперь на ее челлендже не знаю, соглашусь или нет. Ну что вы скажете? Классно получилось? Смотрите, какой... Шикарно. Папа клевый, мама у нас вообще суперовская, а Патрисия стильная трехцветная девушка. Да, я как матрешка. Матрешка. Теперь самое главное суметь это все отмыть. 100%. Да. Шалом, ребята, пишите комментарии, ставьте лайки, Патрисия вас любит. Подписывайтесь. И пишите нам, какая прическа вам больше всего понравилась.